Украина не даст проголосовать россиянам на своей территории на выборах в Госдуму. Решение принято на высшем уровне самим Петром Порошенко. Президент поручил МИД уведомить об этом Москву. К бойкоту голосования, которое должно состояться уже 18 сентября, ранее призывала Верховная Рада. Депутаты обратились к мировому сообществу с просьбой не приходить на участки в качестве наблюдателей. Кроме того, там умоляли не признавать результаты выборов на территории Крыма и Севастополя. Но в Кремле четко дали понять, что даже если не признают, для нас это не имеет никакого значения. Крым – часть России, и этот вопрос больше не обсуждается. Что касается решения Порошенко, то сегодня Центр избирком намерен обсудить с нашими депутатами, дипломатами очередную провокацию Киева.